До Пасхи считанные дни, многие пекарни уже занялись выпечкой главного символа этого светлого праздника. В цехах стоит запах ароматной сдобы, кондитеры строго соблюдают пропорции ингредиентов. И у каждого изготовителя свой секрет – приготовления идеального кулича. Бендеры – фирменный магазин хлебокомбината. Сейчас здесь бойкая торговля пасхальной сдобой. К празднику предприятие выпустило более 20 наименований куличей, рулетов и кексов. В этом году у нас есть новинка. Это очень вкусная пасха, она называется Choco Cherry. В ней есть шоколад и вишня. Также у нас очень вкусная пасха, в которую входит все: шоколад, творог, изюм, цукаты. Она посыпана тоже белой глазурью и называется кулич пасхальный Свято-Троицкий. Кроме пасхальных новинок, много куличей, которые выпекают уже не первый год, по знакомым и полюбившимся рецептам. С разными начинками, наполнителями, душистой пропиткой и разноцветной посыпкой. Для деток 100-граммовые кексики, маффины и капризики. Для семейного чаепития пасхи от полукилограмма и больше. С вареньем, апельсиновым сиропом и даже свежими фруктами. Еще у нас очень вкусные творожные пасхи, они идут с творогом и изюмом. Точно так же есть пасха, которая идет просто с маком. Куличи и рулеты бендерский хлеб будет выпекать до самой Радоницы. За это время на прилавки магазинов и торговых точек поступит около 20 тонн праздничной выпечки. Очень вкусные. Я вчера купила и сегодня пришла, уже отвезла своим родным наши бендерские пасочки. Каждый год покупаю только наши бендерские пасочки. Ну, во-первых, они свежие, нравится начинка. Мы всегда их покупаем для всей семьи. И соседи мои тоже покупают бендерскую пасху. Уже с завтрашнего дня в Бендерах откроется пасхальная ярмарка. Палатки разместят на рыночной площади. Здесь будут торговать куличами и сладостями, прилавки с сувенирами и другой пасхальной атрибутикой установят во дворе центрального рынка. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.